С 4 октября в Дмитрове стартовал ежегодный фестиваль подмосковных телекомпаний «Братина». Этот марафон стал популярным далеко за пределами региона и уже в 22-й раз собирает журналистскую братью. Наш телеканал все эти годы активно участвует в фестивале и практически никогда не возвращается домой без наград. Так и в этот раз уже в первый день стало известно, что «Видное ТВ» стало обладателем спецприза Госадмтехнадзора Московской области в номинации «Комфортное Подмосковье». Команда от «Видное ТВ» отправилась на фестиваль, чтобы встретиться со старыми друзьями, поучиться. В рамках фестиваля всегда проходят интересные мастер-классы, а также, как говорится, себя показать. В этом году мы планируем удивить, опять же, нашими новыми работами, в том числе и в области журналистики. Мы подготовили, на мой взгляд, довольно качественный, интересный продукт по спортивной тематике. Ну и плюс хотим, опять же, в прошлом году у нас не получилось взять еще одну «Братину» с колес. В этом году мы надеемся, что сработаем лучше, понравимся тем зрителям, которые будут за нас голосовать, и все-таки, может быть, получим «Братину» и в этом виде. Сегодня братинцы участвуют в конкурсе «Репортаж с колес», а в субботу будет конкурс ведущих «Вы в эфире» и закрытие фестиваля с подведением итогов. Будем ждать новых побед.